И к другим темам. 4000 свободных рабочих мест предложат на ярмарке вакансий в столице Алтайского края. Она пройдет 23 мая. Всех желающих будут ждать во дворце зрелища спорта с 9 утра до 14 часов дня. Свои вакансии предложат 80 работодателей региона. Впервые участником ярмарки станет крупнейший холдинг легкой промышленности России. Работодателю требуются швеи, ученики швей, мастера. Всего более 800 свободных рабочих мест. Кроме того, вакансии предложат Барнаульский завод АТИ, ротор, комбинат «Русский хлеб». Работодателям нужны токари, фрезеровщики, оператор станков, технолог и другие специалисты. Желающие найти работу за пределами Барнаула смогут обратиться в межрегиональный ресурсный центр, который будет работать на площадке ярмарки. Также соискатели смогут поучаствовать в мастер-классах «Как составить резюме» и «Эффективное собеседование. Успешное трудоустройство». На площадке будет работать и психолог-профконсультант. Он расскажет, как выгодно презентовать себя будущему работодателю во время собеседования.